Всем привет, с вами Мила, и мы продолжаем играть в Терру, Так, давненько не играла, после переустановки системы, надо будет вспомнить, чего, куда нам идти. Так, ну я так понимаю, по заданиям мы сегодня в лесах забвения. Забвения, у нас какие-то тут задания. Да? А где моя лошадка-то? Лошадка. Подождите. Да, ну их 11 точно. Так, бежим по какому-то заданию, вон там в серединке. Я же решила все по порядку делать, значит, сейчас мы бегаем в лесах забвения, с 11 по 20, да, ну уже 27. Как так получилось, что мы уже 27? Так получилось. Так. Что-то у нас тут не купили на аукционе. Ладно, на аукцион. Ой, на аукцион уже попадем как-нибудь в раз, либо между сериями. Так. Пока бежим по заданиям. Еще нам нужно вернуться в Белику по заданию. Так. Значит. В бастион Лока я ходила. Теперь по уровню мне уже. Какое подземелье? Это какое у нас подземелье? Нет, не наш. Так. Зловещий особняк. 26-го. Заявку. Что видите, тут подземелье только в определенных уровнях можно попасть. То есть по истечению этого уровня вы уже туда не попадете, если какие-то задания были там. Ну, как бы все. Хотя те задания, которые нам там надо делать. Мы должны вообще уже в другой локе брать. Зловещий особняк у нас где-то вообще не здесь. То есть все. Не принимай все на свой счет. Все это, конечно. Ну, я схожу, естественно. Так. Теперь вот к этому вопросику. Бежим. Красному. Получается. Да? Сейчас, если взять задание открыть, обычные. Долина Титанов. Так, база Кумасов. Ну, это мы сделали. То есть у меня сейчас нет заданий в подземелье. Да, продлим, конечно же. А вот, кстати, Кресцентия, здесь же есть аукцион. Да? Да. Ну, FPS скачет, конечно, просто жесть. Так, у нас есть что-нибудь продать? Ненужное, да, у нас куча всего, что нужно продать. Добрый день! Так, значит... Ну, тогда за работу. Могучие силовые кулаки. Силовые кулаки Исрен. А могучие что лучше? Или как? А, нет, хуже. Значит, мы их продаем. Так, дальше. То есть можно на аукционе попробовать продать. Это вот это можно сдать. Древний витой перстень тоже можно попробовать на аукционе. Белые вот точно не купят. Ценность белую. Так, а. А вот зелено-синее еще есть шанс, что купят, но тоже не факт. Так, сортировка. Ну все, в принципе. Так, пойдем на аукцион. Что-то какой-то.
какая-то графика странная. Кажется, раньше было. Дай-ка лучше. Я помогу. Правда? Давай. Так, мои продажи. О, нормалек. У меня 539. Так, ваш товар. Давайте все пораспродадим, что у меня есть. Вот это. Так, а это я не могу продать, да? Кровавые силовые кулаки. Почему? Вы не можете разместить это у брокера. Значит, раз не можем разместить, тогда... А, это тоже не могу. Угу. Скоробей зари. Ну, давайте. Самые дорогие вещи вот эти вот. Скоробеи, слезы. Не знаю, что-то я их как-то продаю. Пока что. Если они мне когда-нибудь понадобятся, буду их покупать. Сама. Если их нужно будет очень много. А если их не так уж много, то я и не буду так. Что-то интересно покупают, нет? Не знаю. Ну, попробую. Попробую, конечно. Хотя сомневаюсь. Так, что еще? Светлая шкура. Это все для... А, все, да? Это все для ремесел нужно. Так, где тут задание-то? А, вот. Тебе лучше рот вообще не открывать. Концентрируйся, работай. Концентрируйся, работай. Так. Дальше что? Ну и остался вот один вопросик. Дальше подержим, блин, это так далеко. Что я не глянула, когда там была. Что там надо? Так. Сейчас вряд ли подземелье кто подберется, потому как утро, все дела. Ну где-то утро, а у меня уже день. Если лошадка скакала чуть-чуть побыстрее, было бы шикарно. Было бы просто супер. Ой, что-то я не туда поскакала. Не по той дороге. Так, а почему... Сбоку же было. Вот, а то сверху как-то не очень. Не видно моего персонажа. Старший рудокоп получено звание. Достижение, вернее. Это прикольно. Сейчас этот вопросик. До этого вопросика дойдем. И потом, получается, пойдем в долину титанов. Следующая локация. По идее, мы уже должны давно в других локациях быть. Но тут уровни так быстро берутся. Я ничего специально не делаю, никаких улучшений. Никаких увеличений опыта. Ты зараза, уйди. Я собираю эту сенсию, солнце, ты не мешаешь. Ценная эссенция. Еще и солнце. Школьные звуки она издает. Так радуется. Так радуется. Так, правильно я бегу. Эссенция, хочу. А, так, значит, там что у нас в рюкзаке осталось, тогда вот это разберу.
составляющая. И это тогда тоже. Что на хуже моего? Так, это что тоже? Перчатки какие-то? Перчатки. Это перчатки. И все, да? Всё. А остальное надо будет продать. Ой, что-то я не то нажимаю. Не то нажимаю вообще. Сортировку же надо нажать. Говорит, с камень. А, да, с камень не поговорили. Убежала тогда. По другим заданиям. Не забыла. Быстрее, лошадка, ну быстрее. Камень, где-то здесь она. Сейчас эти мне не дадут нормально. Уйди. Уйди, противный, уйди, противный. Не мешай мне. Так, значит, мы с ним поговорим. И перенестись в потайное место при помощи телепорта. Это вот этого. Окей. Давай. Перемещайся. Забавно. Забавненько. Вы стали невидимым. Послушайте разговор потомков Лока. Хорошо. С нам просто стоять, ничего не делать. Ну, стоим, ждем. Ничего. Чего там? Попридержи язык, не спрячься за спиной Тетры, а то еще отрубит чего-то там. Чего-то там отрубит она. Общий сбор, идем. Все? Поговорите с Ками еще раз. Ну, давайте поговорим. Телепортируйтесь и заставим Лангарда в лесах забвения. Давайте телепортируемся. Телепортировались. Поговорите с Хендри. Нужна моя помощь? Нужна моя помощь? Нужна моя помощь? Задание тут надавали нам. Еще не конец. Мы не все тут сделали, получается, да? Ну, бежим дальше. Вот. Желтенькая звездочка и вопросик красный. Отрапортуйте Центриону Герату на ферме Годрика в небесных холмах. Каких небесных холмах? Звериный долг. А, вон они стоят. Окей. Сейчас отрапортуем. Всегда получаешь то, за что платишь. А? Еще какие-то задания надавал нам. Еще тут не все. Я думал, в долину титанов. Я слушаю. Ой, ё-моё. А тут еще дофига заданий, да? Хорошо. Раз так. Кого нам нужно бить? А, вот этих василисков. Так, а как там убирается-то? Ctrl-Z, да? Уйдите, противные. Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Я хотела с этим василиском сфотаться, не мешайте мне. Не мешайте. Уйдите, противные, я хочу с ним сфотаться. Ну, давайте. Давайте, нападайте. Эй,
вид от первого лица мне не нужен. Хотя это, наверное, прикольно. Нет, это вообще не прикольно. Прикольно? Хотя нет, прикольно. Ну-ка, ну-ка, подожди. Красавчик, я хочу тебя сфотать. Так, теперь возвращаем. Интерфейс. Нет, прикольно от первого лица. Только ничего не видно. Да, я не вижу, сколько у меня хп. Ничего не вижу. Так. 5 целых этих василисков нужно убить. Да вы чё? Вы серьезно? Я тоже в долину титанов собралась, а вы меня оставляете бить василиска. Что ж, придется бить. Нормально, мы. А, еще яички надо собрать. Василиска. Так. Собирай! Так, еще 3. Они быстро респают. Нормалек. 10 больших мобов я убила. Ну так-то. Так. Собирай. Куда пошел? Вернись, так, а что-то я никакие чармы не применяю. Такс, что осталось мне? Что-то еще осталось. Сейчас это задание сдам. А? О, привет! Всегда получаешь что? Так, еще яички нужно найти. Сколько там осталось? И еще какое-то там задание. А что, все, подбор уже не осуществляется? Я уже не буду, наверное, потому что это подземелье нужно вообще отдельно проходить.
отдельной серией, так сказать. Так, все, это все собрали. Там еще вот какое-то задание. Вопросики красные торчат. Бежим к ним. Фига, скелет тут валяется. Так. Дальше. Рурик, разведчик. А, разведчица. И еще одна где-то валяется. Там. Где она валяется-то? Алло. Это здесь. Но ее здесь нет. А, вон она. Разведчик. Так, хорошо. Найдите оставшихся разведчиков, они могут быть еще живы. Ищем, ищем. Да, давайте на лошадке, так побыстрее нам будет. Поскорее! Поскорее, поскорее. Что там, письма потом, как несет доклад разведчика Хенрида за того авангарда. Хорошо. Так, а у меня есть телепорт застава авангарда? Ну-ка. Телепорт, телепорт. Так, безопасное место. Куда? Да ну нафиг ты! Обалдел, что ли? Разве так делают? Так. Застава. Деревня лесорубов. Укрепленный лагерь в лесах. А, нет, укрепленный. Кресцентию нет, кресцентию мне не надо. Ладно, тогда так и бежим. Это такой не основной, видно, город. Не город, а точка такая не основная. Нее не перемещается. Перемещается только в большие города, либо такие крупные. Солнце. Нужна моя помощь? В чем? Все, здесь мы сделали все. Значит, мы давайте Долину Титанов начнем. Да? Долину Титанов. Забежим туда. Подождите, забежим. Ну да. Тут только бегом. Эй, а где карта? А, вот. Я что-то нажала не то. А в подземелье я всегда успею сходить. Ценная криметаллическая руда. Давайте мне слезы. Нужно много-много денег, чтобы купить какого-нибудь зверька, который собирает, там, за меня будет собирать лут. Или какого-нибудь... О, господи, ездового, который выкладывают на аукцион за донат. Покупать за донат и выкладывать на аукцион. Можно купить. Ну блин, там надо так много денег, 16 тысяч где-то примерно. Примерно 16 тысяч. Приходи вот. Еще. Это дофига. Учитывая, что у меня. Даже если я со всех своих персов соберу, мне это не поможет. Так, продаем. Продаем. Так, это можно разобрать, а это продаем.
Ладно. Сортировка. Так, что мы можем разобрать? Все это разберем. А сырье потом можно продать. Сырье первой ступени, да? Сырье первой ступени. Тоже первой ступени. Такой простой шмот, только первой ступени. К сожалению. Только второй ступени, там надо золотой, наверное, еще какой-то. Так, куда мне? Получается, мне вот сюда. Чтобы попасть в долину, мне сюда. Вообще бы мне бы в велику сначала. Мне бы сначала в велику. Там кое-какие задания сдать. Есть у меня свиток в велику. А фига с два, у меня нет свитка в велику. И это печально. Но у меня есть лесорубов. Так, а здесь я могу купить свиток в велику. Так, торговец. Встретить тебя уже честь. Свитки телепортации, претензии. Вот, велику. Почему у меня нет велику? 3, 4, 5. Давайте купим. Вот, а то что-то как-то нету. Так, хорошо, перемещаемся в велику. Так, где у меня какие задания? Если я отсюда прыгну, будет больно. Ну, ничего страшного. Так, мне вот сюда. Как все не прогружается. Как все тормозит. Ну, в городе, естественно, FPS упало. Само собой. Вот такого хочу зверька. Чтобы летать на нем. Все такое прочее. Конечно же, я помогу. Валькион победит. Здесь мы играем. Так. Получили новый символ умения. Символ умения. Посмотреть подробности. Окей. Так, мы получили 28 уровень. Я думаю, что такое. Изучаем. Я не читаю. Что это все? То, что у нас уже было. Контрудар. Пощадный удар, яростный удар. Вот. Все, улучшили. Так. Так, 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 подождите. А, вот куда нам. Так. Все. Так, дальше что-то еще вон вопрос красный торчит. Сейчас до туда побежим. И здесь ездовые, я тоже такого хочу. Ну, приходится пока бегать на стандартно. Ничего тут не поделаешь. Нет, тут FPS вообще 20. Интересно, это показывает, сама игра FPS показывает. А, нет, 33-40. А программа записи совсем другой FPS показывает. С опозданием, что ли? Так. Чувствуешь силу? Поговорите с Кембл, чтобы встретиться с богиней Великой. Так, и где это? Это не здесь? Я так понимаю. Да, походу не здесь. Так, тогда мы перемещаемся в Кресцентию, наверное, да? Ага, а у меня есть? Ага, у меня нету в Кресцентию. У меня нет, нету в Кресцентию. Вот такие трофейные ящики у Маков. Что за ящик? Что нам тут дали? Что нам дали? Что это такое?
Проклятый осколок архидеван. Что это такое? Для чего он нужен? Осколок с архидеванской печатью можно превратить в очищенный осколок архидеванцев. Дорогая штука, видать. Рубин тоже. Цена продажи 100 голд. Такс. Ничего, запертый ящик. Так, и чё, куда мне тогда? В деревню лесорубов, что ли, переместить? Ну давайте, в деревню лесорубов. Красивые картинки. Победитель конкурса фан-арта. Так. Деревня лесорубов. А от нее? Ну, от нее, в принципе, до долины титанов недалеко. В принципе, недалеко. Бежим до нее уже. И все тогда. Долину титанов будем проходить в следующей серии. Мы, по идее, уже знаете, где должны быть. По идее, мы уже должны быть... Так, в Попории. Вот тут мы должны быть. Долина Клыка, вообще ли? Там вот это мы должны быть. По уровню. Аркадия, Долина Титана. Сейчас добежим до этого значка. Безопасное место. Тоже красивая локация. Так, все, до ранчо 2 дуба мы прибежали, и на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем свои комментарии. И всем пока-пока!